только для избирательных дел. Вы же не охранник школы. Я не охранник. Ну, а полиция приходит. Нет, конечно, мы не можем, как бы, каким образом мы можем драться? Мы можем только вот. Нет, не участвует. Ну, в принципе, нет, они в коридоре, как бы, в это дело не вмешиваются. Представитель департамента. И вашего образования, и избирательной комиссии. Нет, это однозначно нет, потому что уже из опыта предыдущей работы с милицией совершенно стало понятно, что... Ну да, то, что в принципе они будут выполнять приказы за... Он не снимает, он не имеет права. Конечно, не имеет права. Лица вы не имеете права снимать. Вы же сами говорите, что у вас... Я не буду вас показывать, потому что во время избирательного процесса... У вас учебный процесс. Мне законный учебный процесс. Поэтому как бы снимает. Почему снимает наши лица? Не имеется, он принимает ноги. Ноги, пожалуйста. Нет, лица этих избирателей, вы все члены избирательных комиссий, какие-то при исполнении. Здесь не может, эти нормы не распространяются. А вы решили их нарушать. Что вы говорите? То есть... Да вы что? Мы вдруг прекратили избирательные. Хорошо, да, давайте. Мы вышли из подкрепления. Начали говорить в этом избирательном решении. Все, что мы могли сделать, будем делать. Нет, суть не в том, то, что мне совершенно непонятен другой факт. Почему у нас такой менталитет? Почему вы, прекрасно понимая, что сейчас от нас требуют, почему вы, как бы, грубо говоря, прогибаетесь? Почему не прогибаюсь я, когда меня на работе, грубо говоря, заставляли тоже брать откредительное? Ну, как бы, я шутки тоже шучу, но я же существую на какие-то деньги, поэтому, как бы... Просто что у вас за менталитет? Вы можете обижаться на меня хоть 10 раз, хоть 20 раз. Почему, если вы видите нарушение закона просто вот такое прямое, почему вы под это прогибаетесь? Почему вам сказали, и вы обязаны подчиниться, когда вы понимаете, что это неправильно? Ну что за... Почему мы рабы? Почему я не ощущаю себя рабом, а почему вы ощущаете себя рабами? Вот это вот я не могу понять и не могу принять. Кто кем себя ощущает?